Мам, мама, я очень хочу домой. Мне так плохо. Как доехали? О, прекрасно, спасибо. Чёрт. Гречен, иди поздоровайся. Чего? Мы соседи. Я не слышала про тебя. Что значит, вы не слышали обо мне? Может, ты захочешь поработать у меня в отеле? Такое случается иногда. Не очень ты похожа на местную. Почему после 10 на ресепшн никого нет? Запри двери и дождись меня. Я уже выезжаю за тобой. На твоем месте я б не хотел пострадать еще больше. Зачем вы нас пригласили? Потому что твоей семье здесь место. Ну просто офигенное объяснение! Ты сказала полиции, что за тобой гналась женщина. Они думают, я рехнулась. Ее поведение – это нечто. Мне так плохо. Мы уходим. Некоторым видам нужна наша помощь. Я даю тебе возможность внести большой вклад в сохранение природы. Тебе повезло.